Ребята, всем привет! Чужих стариков, как известно, не бывает, и мы опять возвращаемся к античеловеческим экзаменам, которые придумало правительство националов и Каринша. И вот смотрите, какие интересные подробности всплыли. Итак, люди идут сдавать экзамены. 72 года семейная пара, мама и папа. У папы сколько пенсия? 350. Ну, я знаю, что в Рыбалтике скажут, что средняя пенсия 500. А почему 350, а не 500? Надо уточнять, но это факт. Есть факт, 350 пенсия. А сколько пенсия у мамы? Поменьше, где-то 270. То есть, вот реальный факт, он такой, примите его как за факт. Пенсия одного пенсионера 270, второго 350. А стоимость экзаменов, которые надо платить? 52 на каждого. Плюс да. Еще при сдаче им дают еще последующие 12. А общая сумма? 64 на каждого. 64. То есть у человека 270 евро, мы забираем 60 на экзамены. Но вообще-то я слышал сумму 120, или я что-то путаю? Я думаю, что повторный будет дороже. Ага, понятно. Второй раз который. То есть почему мы не сделали это за бесплатно, а это фактически налогоплательщики. Смотрите, они всю жизнь отработали в Латвии, стаж там по 40 лет, да, допустим? Всю жизнь платили налоги. Это фактически наши люди, которые инвестировали в эту страну. То есть бесплатные экзамены мы им не можем сделать. Следующий момент. Да, они взяли российскую пенсию, но с какой целью? Потому что та пенсия на тот момент была быстрее и выгоднее. И пенсию они эту всю оставляли в Латвии. То есть они инвестировали точно так же в Латвию. И сейчас они дополнительно в свои 72 года попадают на то, что львиную долю со своей пенсии они должны инвестировать за экзамен. Вот. А теперь смотри, мы опять же беседуем с пострадавшей стороной. И он рассказал интересную историю про то, как что-то подобное, ну, социализация группы проходит, например, в Стокгольме, да, мы говорили? Да. Ну, расскажи еще. Ну, как получается, ты вот, допустим, социализируешься в Стокгольме. То есть тебе дают можно громче? Тебе дают послабление времени, то есть пока ты будешь изучать язык, в это время тебе дают, допустим, бесплатный какой-то проезд или скидку на почти бесплатный проезд, тебе дают какие-то талоны на еду, то есть что-то то тебе есть мотивация и бонусы для того, чтобы, то есть не репрессии и агрессия со стороны государства, а мотивации и бонусы. Например, чернокожие парни из Туниса приехали, их надо социализировать в шведское общество, да? Да. Вот. Например, украинцы, которые сейчас да. приехали. И они не знают, допустим, английского. То есть да. шведцы, или ты шведский знаешь, или ты английский знаешь. Ну, все шведы знают английский, но и ты, допустим, не знаешь его. Угу. Но тебе разрешаются, тебе везде пишут на твоем языке, как тебе пройти в метро, как тебе простые работы какие-то поделать, чтобы, ну, как бы социализироваться, и время тебе дают на выучивание языка. Не, ну слушай, опять же, 20 лет вам недостаточно было, чтобы изучили латышский язык? Вот крылатая фраза. Я обычно не отвечаю так, я не 20, я все 40 или 50 здесь жил, и если мне здесь что-то надо, сходить в туалет, купить еды или еще что-то, я все исполнял. Вот те, которые говорят эту фразу, вот задумайтесь, почему мне 20 лет этого не нужно было. Ну, значит, это не нужно. Если мне нужно, я это делаю. Вот. Если у нас вдруг сегодня поменялось правительство, и им приснился какой-то страшный сон, и они придумали идиотские законы, то они не соблюли процедуру исполнения этих законов. Я даже больше скажу, что у любого, скажем так, современного закона должна быть глубина, то есть смысл. И, ну, хорошо, я помню прекрасное время, я учился в школе, Вайра Вики Фрейберга продвигала культурные ценности Латвии. И как бы в сцепке с этими культурными ценностями можно было выучить язык лучше, социализироваться лучше, и многие это делали. Но сейчас не продвигаются культурные ценности, продвигаются просто как бы некультурные ценности, так сказать. Агрессия продвигается, да? Ну, примерно. Ну, например, был в Стокгольме, там на метро ты можешь доехать везде практически, и, соответственно, везде тебе на украинском языке сообщение, куда тебе нажать, что тебе сделать, чтобы пройти. Но это не потому, что война на Украине? Нет. Да. Это просто потому, что такая группа. Для другой группы тоже есть какое-то сообщение, которое, там, скажем,
То есть, если у тебя есть элементарные навыки читать, угу. ты прочтешь, как тебе туда-сюда доехать и... Ну, то есть, ты приехал из Украины, заходишь в стокгольмское метро, тебе, чувак, не парься, нажимаешь вот сюда, тебе вот тут светит бесплатный проезд. Да. И тебе не надо там никаких языков учить, ничего. Ну, тебе надо учить уже язык, но да. чтобы ты не чувствовал себя ущемленно, чтобы ты мог себе все позволить купить, жить, тебе дают все как сказать, всю помощь, чтобы ты социализировался. То есть в нашем случае тебе не дают ничего, с тебя забирают деньги, в твоем случае. Да. А если взять шведский вариант, то куча бонусов, фишек и мотивации, чтобы ты захотел этим заняться. Ты тот же самый пенсионер, тебе может быть скучно. Почему бы не организовать какие-то группы по интересам, да. языковые, культурные? Почему бы не организовать какие-нибудь туры, поездки на автобусах? Представляете, собирают старичку 72-летнюю, каждому домой приезжая, и везут ее на какую-то гору, там, Дайны. И там на латышском языке красиво, доступно рассказывают историю. Это позитивно, и люди хотят изучать. И вот в это вкладываются деньги, и, соответственно, достигается результат, и все понимают, что это великолепное решение. Все. В нашем случае все ровно наоборот. Соответственно, задается вопрос, что было целью? То есть, если было целью действительно изучение и результат для того, чтобы все изучили, то это не делается депрессивными и агрессивными мерами. Вот представь, вот сколько времени прошло с тех пор. Я даже не помню, в каком году она там была президентом, но это было в школе, я еще учился. Да. Это, то есть, 2000 год. И вот сейчас 23 года прошло. Так. Угу. 23 года прошло, я помню, что тогда я изучал Талтас Диэс, мы смотрел, да, то есть, угу. я смотрел фильмографию смотрел, да, там. Рэймонда Пауса читал там, и так далее. И все, что мог, читал, чтобы просто больше было интересов вокруг языка. Любая передача, которая несла, природная передача или передача про автомобили, да, какая до сих пор автомобильная передача хорошо, скажем так, продвигает эти интересы, да, то есть автомобильного строения, то есть в Латвии. Ну, тогда продвигались и очень много культурные, как бы, можно сказать, ценности, которые сближают людей вообще. Независимо, какой у тебя цвет кожи и на каком языке ты говоришь. Тебе дают, как бы, проникнуться культурой, которая тут издревле есть. Тут есть сказания, есть сказки, есть культура земли, земледелия и так далее и тому подобное. Не, культурный генофон есть, он в любой стране. У меня, как ни странно, лучшие воспоминания, что я беседовал и жал руку лично и Вайре Вики Фрейнберге, и Ульмунису. А дальше мне больше вспомнить нечего. Такое ощущение, как будто мы потом поворачиваем не в ту сторону, и нас понесло вообще куда-то. Не туда. Напомню, что мы сейчас беседуем в кафе с парнем, у которого мама лежит в больнице, и у нее инсульт. После того, как она вышла из того гестапо, где сдают на категорию языка тем, кто тем, кто осознанно принял российское гражданство, потому что на тот момент пенсия была выше, и получить ее можно было быстрее. Но при всем при этом это наши люди, которые всю жизнь жили, работали в Латвии, всегда инвестировали здесь. И даже когда они получали российскую пенсию, они полностью ее тратили в Латвии.